Народная артистка России Ирина Розанова поет для настоящего полковника. И танцует, Ирина. Раньше маму я не слушала, все жила своим умом. Все казалось, знаю лучше я, все стояло на своем. И довольная собой вполне, все не верила я, что если милый что-то скажет мне, значит так и хорошо. Если милый что-то скажет мне, значит так и хорошо. Но, быть может, просто милого я не встретила тогда. А зачем себя насиловать в наши юные года? Первый парень был как сладкий сон, он вполне бы подошел. Но как только что-то скажет он, было мне нехорошо. Но как только что-то скажет он, было мне нехорошо. А потом встречались разные, те умели говорить. Были и благообразные, и учившие любить. Только никому не верилось, было тошно на душе. Но за то, что им доверилась, я ученая уже. И казалось, он не встретится, что такого просто нет. Но земля тихонько вертится, и возник однажды свет. По сигналам на какой волне в жизни он меня нашел. И теперь, что милый скажет мне, значит так и хорошо. И теперь, что милый скажет мне, значит так и хорошо. Ах ты, мама, моя мамочка, как же ты была права. Наконец зажглась лампочка и включилась голова. Убедилась я сама вполне, будто бы туман сошел. Если милый что-то скажет мне, значит так и хорошо. Если милый что-то скажет мне, значит так и хорошо. Ирина Розанова.